Амазонки Средней Азии. Миф или реальность? В 1938 году в ходе археологических раскопок на территории Хорезма в 27 километрах к северу от города Бируни, Узбекистан, обнаружено древнее городище Кыркыз-Кала. Это 1-6 век нашей эры. Ученые сошлись во мнении, что это была оборонительная крепость, которая входила в цепь укреплений для защиты границ северо-восточной части Хорезма. В конструкции крепости чувствуется сакральная продуманность. Наш дом открыт для тех, кто стремится к постижению Бога. Она представляет собой некую модель Вселенной, совмещающую понятия север, восток, юг, запад и четырех стихий – огонь, вода, земля и воздух. Такая схема типична для зороастрийских храмов огня и известна как чертак, четыре арки, квадратный купольный павильон с арками на четырех пилонах, в котором горел священный огонь. Кыркыз-Кала дословно переводится как «крепость 40 дев». С этими загадочными 40 девами связано много легенд и сказаний по всей Центральной Азии. Крепость с таким же названием есть в районе Термеза, Узбекистан, Мерва, Туркменистан. Аналогичные места встречаются в Азербайджане, Северном Афганистане и Северном Иране. А если вдуматься в этимологию названия Кыргыз, Кыркыз, то мы опять видим непосредственное участие тех же 40 дев. Что это были за девушки и почему они сыграли столь значительную роль в истории Средней Азии? В этих вопросах версии легенд несколько разнятся. Одна группа народных сказаний утверждает, что именно в Кыркыз-Кале нашли себе пристанище после мучительных скитаний по Усть-Юрту воительницы Амазонки. Сюда же можно отнести и предание об отважной царице, которая вместе со своими 40 подругами мужественно обороняла крепость от нашествия чужеземцев. Девушки, вставшие на защиту города под начальством Гаухар, предводительницы амазонок. Амазонки несколько дней и ночей держали оборону крепости. Через несколько дней битвы часть войска нападавших пала, но и амазонки понесли потери. В конце битвы предводительница Кыркыз, потеряв почти всех своих девушек и использовав все стрелы, окровавленная и израненная, вышла из ворот крепости, сняла шлем, на плечи упали длинные волосы. Она еле держалась на ногах и, собрав остатки своих сил, громко и отважно произнесла, что она, Гаухар, последняя из оставшихся амазонок, вызывает на честный бой того, кто решил захватить этот город. Вражеский предводитель был удивлен. Подойдя ближе и всмотревшись в ее глаза, он увидел там свою смерть. Ему оставалось лишь преклониться перед смелой девушкой-амазонкой. Его воины никогда не сделали того, что сделала она. Он развернул свое войско со словами, что воочию увидел настоящую жемчужину этого города и убрался прочь из этих земель.